Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что с вами происходит. Значит, смотрите. Есть два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент – это не совсем относящийся к вашему вопросу аспект, и на нем я просто заострю внимание, потому что мне это как психологу показалось важным. А второй момент — это, собственно, ваш вопрос. Значит, смотрите, вы работали в другой сфере, но возникли обстоятельства, из-за которых вы решили кардинально изменить направление. Что это были за обстоятельства? С чем они были связаны и какова ваша субъективная роль в этих обстоятельствах? То есть, был ли там конфликт, была ли там какая-то проблема с вашей стороны, было ли там, ну, какие-то вот терки между вами и партнером, соответственно. Вот. Если да, то здесь нужно разбираться, потому что, смотрите, ну, у вас там не получилось, да, и здесь у вас проблемы определенного рода возникают, да, то есть на первый взгляд вроде бы, вы ну, здесь ни при чем, да, то есть, как бы, не с вами связана проблема, но в то же время вы оказались в этой проблеме, вы оказались, как бы, в ней, она вас коснулась, вы не знаете, что делать, и вы задаете вопрос, соответственно, я полагаю, что это для вас, ну, серьезно, как минимум. А это, в свою очередь, означает, если для вас это серьезно, то, значит, что у вас есть мотивация вот эту ситуацию разрешить. Соответственно, может быть, связь между этой ситуацией и той, что была. Вот. Не говорю, что обязательно эта связь есть, но то, что она может быть, это совершенно очевидно. Далее. Значит, смотрите. Значит, вы говорите, что директор ваш предложил мне взять на работу, начал с ним общую знакомую. Да? Значит, вы сказали, что она не подходит по вашим требованиям, и ее кандидатура мне не нравится. Но необходимо было быстро закрыть вакансию, и поэтому решили попробовать. Вот здесь, знаете, такой вопрос ответственности, что кто решил? Вы или директор? Знаете, если за отдел отвечаете вы, то, опять же, я не совсем понимаю, как связан переезд и то, что вы набираете отдел. Вы говорите, вот, что, значит, так, наша компания развивается, я набираю в свой отдел новых специалистов. А, вы пишете. Но при этом вы говорите, что, секундочку, что через пару недель у вас запланирован переезд, и увольнение создаст проблемы. То есть тут вот непонятно.
То есть как это связано, да, что вы набираете свой отдел, отдел специалистов, но вроде бы как набираете вы их. Вы начальник отдела, да? То есть вы отвечаете за персонал, за сотрудников. И в то же время вы не можете уволить, потому что у вас запланирован переезд. А переезд куда? Это в то место, где вы будете отделом управлять своим? Или это ваш личный переезд, как бы, ну, просто из одной квартиры в другую, например? И опять же, как увольнение этой девушки создаст для вас проблемы? Какие это будут проблемы? Не очень понятно. То есть очевидно, что это останавливает вас, да, но не совсем очевидно, что это за проблема. Не являются ли они, эти проблемы, искусственно раздутыми с подсознательным желанием оставить эту девушку и не идти на конфронтацию, да, с директором, потому что она его протеже, вроде как, а вы с этим директором не хотели бы портить отношения, потому что они у вас хорошие, и вы, в общем-то, начальник отдела, вам это все нравится, вас это все устраивает. То есть вот здесь как-то вот непонятно. То есть ваш мотив, связь не ясна это. Значит, соответственно, для себя еще раз причинно-следственной цепочки постарайтесь обновить, чтобы вам самой было понятно, реально имеет ли эта связь или нет. И если имеет связь, то насколько важно, то есть если объективно, как вы говорите, проблемы для вас будут, да, то есть, ну, вот, увольнение создаст проблемы, то, соответственно, имеет смысл вам переехать сперва, а уже потом, после переезда, то есть вот дать этой девушке пару недель адаптации, да, то есть, ну, просто, вот, может быть, она там придет в норму, там диплом защитит, опять же, ну, вот, и, может быть, будет лучше работать. Ну, так, уже посмотрите, так, поприглядывайте, сможете беседу с ней провести, да, такую, что, как бы, это ты работаешь не на директора, а на меня, вот, и вообще тему того, что она вам рассказывала, не нужно вообще затрагивать, это не касается работы, как вы правильно сказали, да, вот, просто напомните ей о субординации, пожалуй. То это вы решаете, работает она или нет, что это вы отвечаете за нее, и что она как бы отчитывается перед вами, а не перед директором, потому что вот прошел такой слух, так вот ей и скажите опять же. Вот, причем говорит она мягко, так доброжелательно, может быть даже с улыбкой, но опять же, если для вас это возможно, вот, чтобы просто человек это понял. И если на протяжении пары недель какого-то времени после, да, ну, пока вы обустроитесь на новом месте, да, когда переедете, она не изменит своего поведения, ну, вы, соответственно, ее уволите. Потому что, как бы, контроля у вас действительно становится меньше, и соответственно, КПД от работы тоже меньше. Это первый момент. И второй момент. Значит, вы говорите, поговорить с директором, сказать, что я в курсе всего и все свои опасения, и уволить, искать нового человека и передвинуть свой переезд, да? Ну, здесь опять же, смотрите на себя, то есть, если вам переезд передвинуть не сложно, то имеет смысл это сделать, потому что
как-никак вы свое будущее связываете с этой работой, и важно, чтобы работа ваша была, ну, комфортная, спокойная, стабильная и так далее. Если переезд проблематично передвигать, то тогда переедьте и после этого уже решите, ну, этот вопрос. Вот. Значит, в этом случае, не нужно говорить директору, что вы в курсе всего, и свои опасения тоже говорить не нужно. Если директор вам сказал, что он может ее, ну, что вы можете ее уволить, значит, вы просто увольняете, говорите, что, по моему мнению, она непригодна, она не соответствует требованиям и, соответственно, по моим наблюдениям, вредит работе отдела. Можете привести какие-то аргументы, да, в эту пользу, и как бы все. То есть не нужно ничего говорить, потому что вы перейдете границы. Вы перейдете границы личного, если будете рассказывать свои опасения, потому что опасения — это субъективное что-то. То, что вы в курсе всего, это тоже такое довольно субъективное, личное, я бы сказал. А то есть директор будет думать, что вы как-то относитесь к тому, что он там может изменяет, а может и не изменяет своей жене. Но это вообще не ваше дело, понимаете? Вот. И, соответственно, увольняете ее. Далее. Либо отпустить свои страхи, попробовать найти более гибкое решение, воздействовать через директора на нее, а с ней выстроить выгодные дружеские для меня отношения. Понимаете, вот здесь момент какой. Если вы, как руководитель, больше ориентированы на выполнение цели, на выполнение задачи какой-то конкретной, то вам ее лучше уволить, потому что нет ничего хуже того, когда человек, который ничего-то не умеет, начинает это пытаться делать. То есть, если вы не нацелены на то, чтобы вашим сотрудникам было хорошо, если вы не нацелены на то, чтобы как бы членам вашего коллектива было комфортно максимально, а все-таки если вы исходите именно из того, что нужно выполнять задачу, конкретную задачу, я полагаю, что лучше все-таки ее уволить, потому что это не ваша сильная сторона, и вряд ли вы преуспеете вот посредством такого влияния в чем-то. Потому что для этого нужна, ну, определенная жилка, для этого нужны определенные способности, навыки, в том числе и врожденные навыки. Если у вас их нет, то, соответственно, ничего не получится, и пытаться даже не стоит. Вот. Не потому, что нужно сдаться, а просто потому, что будет только хуже для вас, и для директора, и, возможно, для его жены, и, возможно, для этой девушки тоже. Но самое главное для вас. Вот. То есть, если вы ориентированы на выполнение задачи, то лучше все-таки выполнять задачу. А задача какая? Собрать отдел, набрать профессионалов, да? Вот. Ради этого можно и переезд передвинуть. Ну а если вы ориентированы на сотрудников, на то, чтобы между ними все было хорошо, если у вас есть симпатийная жилка, если вы чувствуете людей, и если вы хорошо их чувствуете, ну, был опыт, я здесь не собираюсь оценивать ваши способности, как вы это делаете, что, и насколько ваши методы эффективны, да, я не собираюсь оценивать, просто если опыт был, то, соответственно, попробуйте. Вот. То есть, опять же, к чему больше лежит душа? Ну и, наконец, последнее. Оцените возможные последствия каждого из этих решений.
И я полагаю, что вот последствия какого решения могли бы быть более глобальными, более тяжелыми для вас, вот то решение не нужно принимать, если, в принципе, вы и то можете сделать. То есть тут довольно все просто. Вы исходите из того, к чему вы предрасположены в большей степени, и того, значит, насколько силен будет вам вред в случае неудачи. То есть вот вы ее уволите, какие будут последствия, и если у вас не получится на нее воздействовать и выстраивать дружеские отношения, какие будут последствия. Вот. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.